Утро 11 ноября для жителей Казани добрым не стало. Погода испортила начало дня как автомобилистам, так и пешеходам. Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение. Весь город оказался подо льдом, словно в апокалиптическом фильме. Деревья покрылись толстой коркой льда и не давали покоя проходящим мимо прохожим. А проезжая часть превратилась в настоящий каток. Из-за установившейся на территории Татарстана сильной гололедицы сегодня утром был закрыт международный аэропорт Казань. Нарушилось автобусное сообщение между городами. На дорогах города коллапс и многочисленные аварии с самого утра. 54-й автобус врезался в дом по адресу Пушкина, 29. А в поселке Мирный возле школы номер 129 водитель грузовика КАМАЗ потерял управление и врезался в хлебный ларек, расположенный возле проезжей части. Социальная сеть Twitter разрывается от твитов казанцев. Все твердят только о том, что Казань ушла под лед и стала самым большим катком в мире. Но что удивительно, некоторые жители Казани нашли себе новое развлечение даже в такую погоду. Предлагаем посмотреть небольшую видеоподборку. Ну, кому по-настоящему понравился вкус льда, так вот этому пушистому мурлыке. Диана Шилова, Универ Ньюс.